Я обещал все время, расскажу, когда студент, расскажу, когда студент. А давайте я вам сейчас расскажу. Напомню вам ту конструкцию, и неожиданным образом окажется, что она в точности совпадает с конструкцией, которую я только что сказал. Вот так бывает. На первый взгляд комбинаторные конструкции могут выглядеть по-разному, а на самом деле конструкция одна и та же. Поскольку у меня все-таки доска маленькая, и мне не хочется стирать много, я сделаю это в двух вариантах. Ну, заодно вы и поймете, о чем речь, да? Варианты такие. Один вариант будет от центра, а другой вариант будет от стенки, которую я только что показал. Давайте поймем, что значит от центра. Какое в таком случае у нас получается разбиение, какого числа, ну, и может быть вы заодно лучше будете понимать вообще о чем мы говорим. Господа, смотрите, когда мы идем от центра, то на самом деле крестики расположены на следующих местах. 5, 7, 9. Это я уже вижу. А при этом нолики справа расположены на местах 3, 9, 13 и 3, 9, 13. Так вот, господа, на прошлой лекции я объяснял, как красиво рисовать разбиение числа на нечетное слагаемое. Здесь речь идет, на самом деле, о двух разбиениях. При этом и в том три слагаемых. Идея такая. Давайте договоримся, что клеточка – это число 2, а половина клеточки – это число 1. Соответственно, половина и 4 – это 9. Хорошо. Что такое число 7? Это вот так. Нет, это 5. 7 это вот так. И что такое число 5? Так все просто. 9, 7 и 5. По-моему, правильно. 3, 3, 9, 13. Так, как рисовать 13? Это половина клеточки сюда. И еще 6 клеток вниз. Так, раз клетка, два клетка. Сейчас раз клетка, два клетка, три, четыре, пять и шесть. Да, все, по-моему, я 13 нарисовал. Хорошо, хорошо, 13 я нарисовал. Теперь нужно нарисовать 9. Это вот это, значит, дальше. Одна клетка, вторая, третья, четвертая, 9. И еще надо нарисовать 3. Пожалуйста, проверяйте меня, что у нас возникло. У нас возникла диаграмма Южина. При этом, сколько всего в ней клеток? Вот это сейчас будет неожиданное число. Сколько? Давайте считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, двадцать три. Правда, неожиданно? Число 23 сегодня было? Да. Вот если вы поняли что-нибудь из того, что я рассказывал, то вы должны были понять, почему тут 23. Мы же выражали количество беспорядков. Да нет, выражали. Ну. Только вопрос, а почему здесь беспорядки? Я же говорю совершенно вроде о другом. Какие беспорядки? Ну вы же брали те самые числа. Номера. Ну да, еще раз. Я действительно брал те самые числа. Решение с приклеиванием таких вот диаграмм и решение с этими ноликами крестиками, это на самом деле одно и то же решение. Ну вот попытайтесь, пожалуйста, это понять. А я сейчас все-таки нарисую вторую картинку. Вторая картинка вот как выглядит.
я сдвигаю на 6 вот сюда. Что значит сдвигаю на 6? Это значит числа, которые раньше были 9, 7 и 5, все увеличиваются на 6. Пишу. Это будет 15, 13 и 11. Да? Так, я сдвинулся сюда. Но это были крестики. Кроме них еще добавляются вот эти. Это 1 и 5. Да? Добавляются еще числа 5 и 1. Так. И теперь, вот все, с крестиками все. Теперь, что будет здесь с ноликами? Ноликов здесь остается всего 2. И у них из них, наоборот, шестерка вычитается. То есть у этого остается 3, у этого остается 7. Замечательно. Получается 3 и 7. Ребят, сейчас предстоит понятно, какая работа. Нужно по числам 15, 13, 11, 5 и 1 нарисовать аналогичную картинку. Но для числа 15, чтобы ее нарисовать, нужно взять 7 клеточек. Вот, это число 15. 4, 5, 6, 7. Отлично. Теперь, что такое число 13? Это тоже понятно. Число 13 тоже понятно. 15, 13, 11. Теперь надо нарисовать 5, вот он 5, и, наконец, нарисовать 1, вот. Все, получилась вот такая штука. Теперь нужно нарисовать 2 числа, а именно число 7 и число 3, но при этом надо их рисовать таким образом, чтобы вот здесь вот был контакт. И тогда отрезается вот такой вот треугольник. Заметьте, пожалуйста, треугольник, показывающий число 9. Это не случайно. Мы отступили на 3, а здесь получилась разница в количестве слагаемых. 3 и так далее. Так, и вот, что такое 7 и 3? Так, значит, нужно нарисовать вниз 3 клетки. 1, 2, 3. И здесь нужно нарисовать число 3. Это вот так. Отлично. Вот это вот число 7, это число 3, это 15, 13, 11, 5 и 1. Замечательно. Ребята, давайте сейчас посчитаем, сколько здесь клеток. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Это то самое число 23.